Всем хай, с вами канал ХМ. В этом видео покажу, как настроить бинты под себя, доставлять, отправлять курьера, там управлять подконтрольными юнитами и так далее. Так, начнем с курьера, перейдем в настройки. Вот у нас есть выбрать курьера, да? Забиндить на какой-то, у меня на пробеле стоит, то есть доставить предметы на четверку. Вот это как выглядит. Вот у меня в тайнике есть арт. Мы нажимаем пробел. И 4. Вот он нам доставляет курьер предметы. Еще один момент. Вы стоите на лайне, да? У вас закончился ботл, да, и до руны еще там 1,5 минуты. Допустим, призываете курьера к себе. Вот, отдаете ботл, да, ему, чтобы он обратно на базу. И также на курьере нажимаем, то есть пробел. И вот у меня забиндена клавиша E. Чтобы он ушел, он долетает до базы, да. Вы опять также доставляете теми же биндами, которые были в начале. И вот у вас есть. Так, перейдем в настройки. Вот, здесь есть способности. Вот, курьера, вот у меня есть один бинд на клавишу E, то есть, чтобы он доставил предмет какой-либо на базу. В общем-то и все, на курьере мне достаточно этого хватает, чтобы вот стоять на лайне, да, и не кликать, допустим, выбирать курьера, там, так вот, там, взять предмет и доставить, там, вот эти нажимать. Хватает пару клавиш, чтобы он принес предметы, там, и унес обратно. Так, ладно, далее перейдем к другому, это открытие магазина и таблиц результатов. Так, зайдем опять в настройки. Вот у нас есть открыть магазин, открытие лавки. И вот когда таблица результатов на таб. Можете забинтить своими клавишами. То есть тоже довольно удобно. Нажимаешь таб, вот у тебя КДА. Нажимаешь F4, вот у вас магазин. Ладно, пойдем дальше. Так, вот еще момент. Стоите, фармите на лайне, да? Вам надо посмотреть другой лайн. Что-то происходит на другом лайне. Вот по карте кликайте, вот так вот, да? А потом обратно нажимаете на героя. Вот, но у меня есть клавиша, то есть если я смотрю другой лайн, да, сразу есть клавиша, вот, не тыкая по героя, все, быстро. Последнее событие. Оп, на героя нажал. Так, перейдем к настройкам. Вот действие камеры. Показать последнее событие, вот, видно клавиши Т. Ну, можете опять же забинить свою клавишу. Очень удобная штука тоже. Смотрел, вернулся. Так, далее зайдем в настройки. У нас есть подконтрольные группы, то есть для чего они? Так, сбиндим на троечку. Нет, на троечке. Вот у нас есть микро. Так, сейчас. Вот у нас есть микро. Вот у наша подконтрольная группа на клавише от бинда, да? Очень удобно, когда вы убегаете, допустим, от кого-то, хоп, переконтрили, взяли другого, побежали, застопили там, или еще что-то. Так, и еще удобно, допустим, атаковать героя, да, там, выжигать ману. А в это дело заниматься другим чем-то уже. Так, оставить там юнита, допустим, одного, да? А с собой взять другого и вот этим вот идти. Все удобно вообще, в принципе. А не то, что там вот так вот выделять. Потом чекать на одного, другое, юзать. Потом опять стоять на месте. Как-то все бесяло. Так, вот еще удобный момент. Когда стоите на миду. Фармите, там видите, противник уходит, да? Там гангать или еще куда-то. Вы сразу что делаете, да, пишите SS, то есть, типа, ушел, там, с линии колесика чата, там, начинаете использовать и так далее. Опять же, можно обойтись клавишей, допустим, у меня это клавиша 6, вот, враг ушел с центра, типа, мисс. Так, перейдем в настройки. Вот фразы у нас есть, чат. Вот здесь можно забить любую клавишу, да, на... любую надпись.
Вот я оставил, допустим, 6. Да-да-да-да-да. Так. Вот чекаем, да, просто враг ушел с центра, там враг ушел с линии. Можно же, по-другому можно зажать Alt и кликнуть по иконке, да, противника, который стоит с вами на миду или на какой-то линии. Вот так, с этими биндами играть удобней. Так, кому помогло, то я рад, хули. Ну, на этом все. Пока.